Ну и вот, наконец-то, дождались мы в филиалах Нацбанка и в банках второго уровня. Появилась та самая банкнота юбилейная 10 тысяч тенге в новом оригинальном дизайне, на котором изображена, кстати, монета. Тираж 3 миллиона, немножко меньше формат, чем обычно, потому что Нацбанк переходит на новый формат банкнот, новая серия, царский стиль будет тоже идти. Узкая ширина будет у всех банкнот одинаковая, длина будет разная. Ну и вот как бы вот эта переходная банкнота, получается, она у нас между предыдущим стилем, вернее как бы серией, и новой серией, и она ни туда, ни сюда, скажем так, не относится. Это памятная банкнота такая вот, очень оригинальная, очень необычная, скажем так. И не забываем, что для нее канал 7 тенге заблаговременно подготовил вот такой шикарный буклет, куда можно ее положить, и не стыдно будет банкноту вместе с буклетом подарить хорошим людям.